Всем привет! Сегодня у нас будет тест Бигфута. Вот такой вот сборочки с огненной защитой. Скилл, конечно, у него еще не докачанный. БВшного я не хочу брать. Хочу потестировать именно с огненкой на битве гильдий. Посмотреть, как он будет стоять вместе с ворожаем, тоже с огненкой, против хранителей. Если, конечно, они к ним дойдут. Вот такая у нас сборка. Такие созвездия. Так, что тут у нас есть? Давайте попробуем отсюда запустим его и сразу же за ним поражая. Смотрим. Ну, стан, как видите, срабатывает очень хорошо. Одержимый уже слился разок. Теперь смотрим, как череп будет стоять в стане. Вот опять стан пошел. Сейчас надо просто, чтобы стан попал тогда, когда череп по его умению слетит. Ну, стоит. Против черепа стоит. Благодаря стану. Вот и все. Нет, череп еще раз резнулся. Ну, смотрим дальше. Там у нас герои снизу. Все живы. Ну, против черепа реально стоит, благодаря своему умению. На 12-м скеле он бы давным-давно уже его убил, потому что там кадашка уменьшается. Единственное, сейчас плохо то, что ворожай ниже, чем он. Ворожай первым побежит вниз. Ну, черепа слил. Смотрим дальше. Вот он добегает. Ну вот его слили. Но героя, кстати, довольно хорошо покоцал. Но тут для того, чтобы добить это все, просто вот так вот делаем. Ничего сложного. Так, бежали следующего бить. Вот тут можем потестировать Анубиса с автонабором. Давайте тут его выпустим. Анубис состоит в воодушевлении, он сам заряжается. Плюс душегуб, самое интересное, душегуб не дает ему зарядиться, но нам тут Феникс помогает.
Ну тоже как-то для топа с такой силой. Странно. Вот одним Анубисом. Так, что тут у нас ворожей? Давайте попробуем. Зайдем отсюда. Сразу же ворожея кидаем, чтобы он вторым ударил. Вот вражеского ворожея слили довольно-таки просто и быстро. Сейчас единственное, чтобы нас вражеский хранитель не слил. Но он не должен, по идее, слить очень быстро. Тень будет убиваться сейчас у нашего. Так, есть. У Бигфута стоит огненная защита, поэтому тень, даже тень сейчас, если разморозится, убьет сама себя. Очень быстро. Так, смотрим дальше. Кто тут у нас остался? Рино, Анубис. Ну, смотрим, кто папка. Троих героев на себе держит. Хорош, реально хорош. Отхил по 36, а у Рино отхил 39. Рино слили. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ладно. Ну, опять же. Пускайте Афину вот так вот тут. И все, и 100%. Ну, стоит довольно неплохо. Так. Это, конечно, не бывашный. Бывашный бы поярче бил. Бывашный, думаю, бы слил их. Так, побежали дальше. Вот тут интересно, хранителя даже нету, есть череп. А, есть хранитель. Давайте попробуем тут вот выпустить. Так, Анубис подбежал. Пусть один пока побудет. Мне нравится, кстати, как стрелок. Вертолетики стрелка его очень круто заряжают. Так, кидаем сюда ворожая. Пусть немножко подхилит. Смотрим. Вот ворожай, конечно, дает бешеный отхил. Так, Рину слили. О, вот это, конечно, плохо. То, что разбежались все. Ну ничего, трешуем дальше. Пусть один побегает. Выпустим пока Анубиса. Пока Анубис добежит. Вот раз, два, три. Уже ударил. Конечно, зря мы его выпустили, потому что он сейчас нам порежет этот хил. Ну, оно без Феникса.
Феникс тоже довольно-таки неплохо себя показывает с максимальной прокачкой. Что у нас осталось? Здание. процентов. И одно здание осталось. Двадцать одна секунда. Ну, шесть, пять, четыре. Рано выпустил. Надо было еще оттянуть. Ну, как-то так, неоднозначно он себя показывает. Но если в лоб бегать вместе с Риной и с другими, думаю, будет жестяк. Так, сколько у нас там попыток осталось? Ну, ничего себе, на пятом месте. На пятом месте за 4 попытки. Так. Так. Смотрим, какой там у нас топ. Какая расстановка. Я такого особо интересного не вижу. Кто у нас тут стрелок? Можно сюда его снизу запустить. Вражая к нему сразу же пустим. Так, стрелок, Анубис. Рино против, да? Кто тут у нас есть еще? Стрелок с этой стороны. Ну, давайте так сделаем. Посмотрим, насколько у него одержимый прокачанный. Как-то не очень. Так, а ну-ка смотрим, как тут Бигфут. Хорош. Реально хорош. Итого 4,357. Вот такой вот ворожай у нас был. Такой вот Анубис. Ну и Биг Мак. Вот такой вот показ 11-м. В следующий раз протестируем с дамагом.
все. Всем пока.